Поликлиника номер 6 недавно справляла 30-летний юбилей. Сегодня врачи и медицинские сестры стоят на страже здоровья 46 тысяч жителей Заволжского района Ульяновска. Таких крупных ремонтов здесь ранее не проводилось. В рамках бережливого производства нам было выделено 6 миллионов рублей для ремонта регистратуры и входной группы. Мы провели ремонтные работы. В настоящий момент будем монтировать регистратуру. Закуплены удобные диванчики для пациентов в будущем, которые будут расставлены по всему холлу. Изменилось освещение у нас на первом этаже. И мы планируем, что ход ремонтных работ продолжится. Нам выделены дополнительные средства на 2022 год. В 2020 году начали обновлять взрослые поликлиники Ульяновска и приводить их к новой модели медицинской организации. Ремонт завершен в городских поликлиниках Ульяновска номер 1 и 4. В поликлиниках 5 и 6 работы продолжаются в рамках проекта «Бережливое производство». Совсем скоро здесь появится новая регистратура. Пока же, чтобы записаться на прием, нужно проследовать на третий этаж. Совершенствуются и методы лечебно-диагностической и профилактической помощи жителям на уровне современных стандартов. В медучреждении открылись отделение неотложной помощи и кабинет врача общей практики, отдел клинической бактериологии и многое другое. Работники поликлиники новому очень рады. Электронная регистратура, то есть вот, например, аппарат для самозаписи пациентов. Здесь пациент может самостоятельно записаться к какому-либо специалисту в определенные дни. То есть мы выкладываем информацию, и пациент может самостоятельно записаться. С помощью полиса, да? С помощью полиса, да. То есть пластиковой карты или обычного своего бумажного полиса. В период самых строгих ограничений по ковиду сюда приходило ежедневно 720 пациентов. В мирное время около 900. Ремонт поликлиники и комфорт в учреждении нужен не только врачам, но и рядовым ульяновцам. Пандусы, широкие проходы для маломобильных и удобные диваны. Простая и быстрая регистрация для прочих. Все это уже в этом году появится в городской поликлинике номер 6. Национальный проект здравоохранения вступил в свою практическую часть. Павел Половов, Даниил Сурков, новости Управды ТВ.